Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор винтовочной пули американского производителя Нослер, линейка Акубонд Long Range в калибре 7 мм 284, 150 грейн 9,7 грамм, БК 0611. Выпускается производителем в картонных боксах по 100 штук. Вот так выглядят коробочки. Акубонд Long Range – это новая линия пуль от компании Nosler. Все мы знаем обычные Акубонд, да? Эта пуля более совершенна, она более интересна для охоты на дальние дистанции. Вот у нее такая форма, то есть она отличается от обычного Акубонда. Форма Акубонд ЛР позволяет добиться максимально возможного баллистического коэффициента по сравнению с другими пулями в этом же калибре. То есть тут коэффициент 0,611 это серьезно, я имею в виду для охотничьих пуль. Уникальная коническая геометрия, вот мы здесь видим, то есть чем-то эта пуля напоминает Нослер РДФ. Ну, мне так, ну, по форме она такая вот. Вот. Запатентованный также способ термокомпрессион, вот метод, который спаивает сердечник с внешней оболочкой латунной. Вот. Ну, естественно, работает эта пуля так же, как обычный Акубон, да, то есть это быстрое раскрытие, эффективная передача энергии, сохраняет достаточный вес для глубокого проникновения в жизненно важные органы. Вот. Эта пуля обеспечивает превосходную точность в широком диапазоне огнестрельного оружия. Была разработана компанией Nosler в ответ на растущий спрос со стороны охотников, которые, ну, любят работать на дальней дистанции, да, то есть, в принципе, 900 метров для этой пули – это нормальная дистанция, это не предел, да. То есть, в принципе, этой пули можно работать как по средней, да, так и по крупной дичи. Ну, опять-таки, учитывая расстояние, да, для которых была эта пуля, грубо говоря, изобретена, да, то есть спроектирована, также пришлось спроектировать, так скажем, да, минимальную скорость, при которой бы она работала, да, то есть вот в этой пуле минималка всего 396 метров в секунду. То есть понятно, что на большой дистанции скорость падает, да, то есть на 396 метрах в секунду производитель гарантирует ее раскрытие. То есть, если мы помним, я рассказывал, да, то есть у других пуль, ну, той же линейки Nosler, да, то есть что Акубонд, что Partition, что E-Tip, да, у них минималка идет 550 метров в секунду. Вот. Пуля прекрасная. Пуля прекрасная. Здесь мы видим классический полимерный наконечник. У линейки LR он всегда имеет серый цвет. Ярко выраженная здесь БТ конструкция основания, да, от лодка, хвост, усеченка. То есть классные аэродинамические характеристики. То есть спицер. Пуля вообще просто прекрасная. Пуля прекрасная. Вот. И те, кто любит работать на дальняк, на дальней дистанции, то есть это то, что вот доктор прописал. Ну, другое дело, конечно, опять-таки в этом калибре у нас Nosler выпускает Акубонд ЛР 150 грейн, который у меня в руках, 168 грейн и даже, по-моему, 175 грейн, поэтому тут есть возможность подбить, так сказать, боеприпас под свой твист, снарядить его. Сейчас я вам скажу, какая длина у этой пули. Так. Стоп. Сори.
надо обнулиться. Так. Длина нашей пули 35,3 миллиметра. В конце своего видео я прикреплю ролик от производителя, в котором будет в анимационном режиме показано, как эта пуля работает. Подписывайтесь на наш канал. Хороших, друзья, вам охот, точных, удачных стрельб. Берегите себя. Всех благ. До новых встреч. Accubond LR. Nosler's new Accubond long-range bullets. The design of the Accubond LR allows for the highest BC possible in a bullet of the same caliber and weight. The unique tapered jacket geometry and proprietary bonding process of the Accubond LR allow it to expand rapidly for effective energy transfer and significant tissue damage, while retaining sufficient weight to ensure deep penetration into the vitals. The Accubond bonding process allows the Accubond LR to perform reliably on game throughout the entire velocity range, eliminating the problem of being too close, often encountered with other high BC bullets. The high-performance boat tail, long ogive, and polymer tip combine to make the Accubond LR the sleekest, flattest shooting bonded hunting bullet ever created.